Итак, ребятки, с вами Bitart671, поэт, философ и музыкант. И, в общем-то, я сегодня приоделся в Ашане на 6500 или 700 рублей. Сейчас вам покажу, какие вещи я купил. И, в общем-то, вы сами их оцените. Первое. Это валенки. Валенки домашние для того, чтобы ходить по холодному полу. Стоят они 398 рублей. Ходил по другим магазинам, тоже смотрел цены на обувь, то есть в близлежащих магазинах. И получилось так, что в Ашане все-таки дешевле. Вот, 398 рублей. Может быть, в конце будет примерочка этих валенков. Потом, дальше. Перчатки. Перчатки из Ашана по цене 262 рубля. Сейчас примерю одну перчатку, секунду. О, какая! Ну, в целом, мне показалось, что она достаточно теплая. Потом дальше. Кальсоны мужские. Там они все маломерки. Я нашел какие-то кальсоны 52 размера. Сколько они стоят? Цена не написана, что ли? А где цена? Ну, короче, рублей 200 они должны стоить. Не больше 200 рублей. Дальше что у меня тут? Так, ну этот переходник у меня с HDMI на DVI-D должно быть. Посмотрим потом. Флеш-карта какая-то медленная на 32 гига за 700 рублей. Так, ну где мои шмотки? Шмотки, вот они. Это у нас тельняшка. Тельняшка стоит. Так, ценника здесь нет, здесь какая-то бирка. Но тут указан просто размер. Кажется, 180 рублей, что ли, она стоит. Примерно. Я буду говорить примерные цены, но дешевле, чем в других магазинах, это точно. Потом купил офигенную шапку-ушанку, чтобы не отморозить уши. Стоит она 480 рублей. Я уже примерил, вообще офигеть. Должна быть теплой. Следующее. Носки. Носки по 49,90. Какие-то высокие. Я прям офигел от их высоты. Наверное, можно их затянуть по самое колено. Так, что еще? Что еще? Вот, еще из обуви. Это у нас какие-то резиновые ботинки. Цена у них сколько? Цена здесь не указана. Ну, где-то они стоят 500 рублей с чем-то. Либо 600. И либо 500, не помню точно. Вот, собственно, такие удобные, просто офигеть. Почему я купил именно такие? Потому что я, наверное, собираюсь этой зимой отправиться на дачу. Это, получается, более-менее такой осенний вариант. То есть у меня зимний вариант есть где-то там. То есть, например, если сходить куда-то на улицу, там зачем-нибудь, то... Я думаю, что если одеть шерстяные носки, то будет, наверное, ну хотя бы не особо холодно. То есть, наверное, ноги не отморозишь, а можешь и отморозишь. Но в целом они утепленные. То есть это не просто резиновая фигня, внутри какая-то ткань. Такая приятная. Внутри они очень удобные, кстати. Так, дальше. Что у нас еще? Носки еще одни. Тоже такие же длинные, 49,90. И достаточно толстые, как мне кажется. И что-то написано еще здесь. 43-46. Это специально, чтобы затянуть их повыше. Потом, перчатки. Перчатки за 50 рублей. Это чтобы одевать их под низ других перчаток. Тех, которые где-то были здесь. Которые более теплые. За 50 рублей. Так, что-то там кошка кричит. Видимо, дерется с игрушечной мышкой. Так, дальше посмотрим, что у меня тут. Еще одни дешевые ботинки, высокие, теплые, как мне показалось. Стоят они сколько? Стоят они неизвестно сколько. Ну, где-то рублей, наверное, 700. То есть 688, кажется, или как-то так вот было. То есть для чего? Тоже для того, чтобы можно было бы снег убирать во дворе. Ну, дешевле, чем в Ашане, пока что обувь я не нашел.
Даже если брать из Китая зимняя обувь, которая высокая, она стоит там по 1000 рублей. Так, что дальше? Дальше у нас сумка, чтобы все это тащить туда. Вот она большая сумка, 300 с чем-то рублей. Скотч, полиэтилен, типа полиэтиленовая пленка. Встреч-пленка называется, да, красная цена. Нет, не красная цена, каждый день. Я их путаю постоянно. Вот, собственно, для того, чтобы изолировать окна, чтобы холодный воздух не проходил в дом, и чтобы меньше тратилось электричество. Так, что еще тут? Есть всякая ерунда кошачья. А, вот еще провод, USB-удлинитель. Тоже кошачья еда. В другом пакете что тут? Что тут у нас? Что тут у нас? Снова еще одна сумка такая же большая. Потом... А, еще тельняшка. Тельняшка, вот она. Еще одна тельняшка. Потом еще носки, тоже длинные. Потом еще одни кальсоны. Так и называются, кальсоны. Потом еще одни кальсоны. Цена здесь есть? Нет, здесь цены нет. Потом еще одна тельняшка. И еще одни перчатки. Перчатки здесь какие-то непонятно из чего сделаны. Так, отсвечивает так, как будто бы здесь какая-то дырка. Но здесь дырки нет. То есть низ он с какими-то пупырышками. Вверх у нас написано Sport, да? Ну, то есть выглядит как-то это странно, но тем не менее они достаточно теплые. Я руку засунул туда. И нормас было тоже. То есть стоят они где-то, вот цена, 277 рублей. Так, в этом пакете пусто, в другом пакете пусто. И все. И вот, в общем-то, это все обошлось мне в 6 тысяч с чем-то. Вот, пишите, короче, свои комментарии, что думаете, где можно купить дешевую одежду, ну, чтобы, например, не замерзнуть от холода, если, например, я поеду жить на дачу зимой. Вот, с вами был Битард671, поэт, философ и музыкант. Спасибо за внимание. Пока.